Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. 21 день и 450 царапалок я забираю. Кстати, может быть, мне уже хватит царапалок для того, чтобы открыть Инферно. Как ты думаешь? Давай посмотрим. Так, 5 дней у нас остается, да? 8690. А, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть, ребят, совсем, блин. Так, ну что ж, нужно как-то поднапречься, что ли, чтобы это все дело получить. Так, ну-ка. Опа, пак. А ну-ка. А, это ареновский. Шторморез, шипорез, древоруб. И все? Че так скудненько-то? Так, Беззубик, что принес? Рыба. Ну что же ты такая? Так, здесь никакого обмена у нас нет, к сожалению. Дай-ка я, наверное, на наших драконов зайду. Заберу у них, что они нам принесли. Так, тут опять со своим гнездом. Так, этого парня надо нам прокачивать, да? Так, вперед за деревом. Ты тоже вперед за древесиной. Весночес уже прибыл, да? 192 миллиона рыбы нам приносит. Слушай, а этого тоже можно было бы, в принципе, прокачать. 101 уровень-то, а? Как тебе такой расклад? Так, а здесь? Не вижу, сколько у нас там. Он 103 уровень имеет. Это 86-й. Подожди, а кого-то мы хотели в ближайшее, вот прям вот, в ближайшее время прям докачать. 95-й. Я не могу вспомнить, просто кто-то у нас. Ага, вот он. Вот он, родной. Есть. Так, ребята, еще один дракон у нас прокачался до 112 уровня. И остается, по-моему, там 4 дракона нам, если память не изменяет. Так, ну что, ну конечно 2, да? А, о, соточка, ну попробую эту соточку еще получить. Тихонько обойди его. Иди там, обходи кого-то тихонько. Ну а ты-то, ё-моё. Я удивлюсь, если сейчас еще попадем прям. Наконец-то. Наконец-то, ёк-макарёк. Кошмарный пристиголов. Получил 91 уровень. Это говорит о том, что мы можем его дальше прокачивать. Так, здесь у нас 86 уровень. Блин, как он требует, а, к себе столько внимания. Ну-ка, давай фонарик найдем. Давай, фонарь. Забрали. Так, с этим еще нужно что-то. Сборы, пускай летит. Тут у нас что? Ну, конечно, конечно, лучше дать 8 рун, чем, например, те же самые 300 железа. А здесь яйцо, да? Нет, руны. Все-таки руны они предпочитают выдавать. Позаботься о гнезде. Иди заботься там о гнезде. И переезд бесплатный. Так, костолом. За рыбой. Так, смотрим здесь. Да ладно, мне что, буквально чуть-чуть не хватает, что ли? Ёк-макарёк, а что у нас там будет? А у меня, ребята, 250 царапок. Это как раз нам и хватит для того, чтобы мы приобрели Инферно. Верно же? Верно. Опа! Нормальненько так. Чего там не хватает? А, с древесиной беда. Повысить уровень драконов на 15. Ага. Ну так теперь, ребят, хватит. Забираем 250 царапалок. Итого, да. Да, ребята. Ну что, Инферн, добро пожаловать к папочке. Новинка.
Разместить, а вот куда его разместить-то? А вот куда его разместить? Кого-то надо нам, наверное, и убрать. Железнозуба, наверное. В ангар, да? Ангар полон драконов. Ай-яй-яй. Ну да, там перебор у нас идет. А вот он, инферн. Блин, у меня нет места на острове. Да что ж ты будешь делать-то? А, так, погоди секундочку. Мы можем, например... Где у нас там преображение? Это преобразование. Так, обычных. О! Блин, ну 54... Нет, так не пойдет. Давай смотреть. Ну, вряд ли у меня, конечно, тут будут... Они обычные. Сто двенадцатый уровень. Понятное дело, что не будем мы... Тут тоже 112-й. Редкие. Ну, на редких все очень плохо, ребят. Редкие почему-то все в одном экземпляре. Да, мне... Хочешь выстрелить инферно и не получится. Ангар... Так, он если... Ты рыбная хижина, это не то. Так. Разместить. Подожди, а как он прокачивается-то вообще? Максимальное число драконов 110 из 113. Как ангар-то... А, твою налево, у меня, ребята, еще и паки все забиты. Да. Я думал, сейчас мы с тобой паков набьем. Ага, вот, ребята, это я уже за кадром. Я и забыл, что я их набивал. Прикинь. Получил, блин, инферно и не могу, ребята, его выставить. Ну, что это такое, а? Блин, у нас где-нибудь можно купить хоть, я не знаю, хоть какой-нибудь кусочек территории, что ли? Чтобы можно было, ну, как бы дальше тут. Может, валуны убрать. Кстати, вот это вот можно убрать, действительно, и... И, возможно, место бы освободилось. Сколько расширение стоит? 3500. Дорого стоит-то, кстати. Так, ну что, монеты Удина. Шторморез, кревет, громыль. Так, ресурсы и рекламные заодно глянем. Монеты. И спокойно выпадает древоруб, ужасный чудовище, громыль. Как-то так. Давай посмотрим события. Да, ребят, еще 21 час 21 минута. До начала это будет осквернение святилища, это происшествие у нас. То есть завтра мы уже сможем поиграть, в принципе, где-то в такое время. А сейчас время половины восьмого вечера. Так, заберем награду. Ну что, я тогда предлагаю пойти и получить пак вождя. Я думаю, никто не будет против. Ну что, мы с тобой пришли, получили. Не, ну, инферно то, что, ребят, заработали, это круто. Единственное, что я не могу. Я думал, сейчас уберу обычного в ангар, а инферно достану. А видишь, не получается отправить, потому что места нету. Такая вот трабла. Так, спокуха, дядя, я Дубровский. На тебе. Ага, значит, тихо ты, еще он себе усиление берет. Давай-ка без вот этих вот своих выпендрежей, пожалуйста. Блин, он сейчас шваркнет кого-нибудь, 100% говорю. Сейчас со своим разбегом начнет. Кому крышка придет? Надо же, выжил, ну, тут подсветится граммель. Здесь добивка, ну и, в принципе, вот так вот. Я знаю, ребят, полностью энергию накопил. Хочет фаербольчик свой влепить. Специально, да? Специально он это сделал, уже дает время. Думает, сейчас с него слепота выйдет. И он сделает
свой фаербол. Ха-ха, но не тут-то было. Мы его просто из слепоты не будем выпускать. Ну чё? Да-да-да, конечно. Держи карман шире, парень. Давай-ка без своих вот этих вот выпендрежей. Нет. До свидания. Так, в этом поединке у нас Костолом, смотрю, Шторморез и Громорог. Давай сюда. Кстати, вы в курсе, что вышла игра Драконы-всадники Олуха на ПК? Да, ребята, я ее скачал, я так понял, это платформер. Ну, в общем, я скачал ее, потому что я не знаю, где она там продавалась, и я не знаю, ну, старая это игра или новая. В общем, посмотрим, а вы уже там, ребят, решите. Ну, единственное, что она будет у нас выпускаться на втором моем канале, посвященной играм на ПК. Здесь ее не будет, на этом канале, а будет на втором. И многие спрашивают, а как твой второй канал называется? Ребят, второй канал называется Ray Play Game, а третий канал называется Ray Race. Вот так вот. И все говорят, а что ты ссылку не оставляешь? Ребята, зачем оставлять ссылку, если заходишь, например, в черепашки, да? И там второй канал есть такое в описании. Туда клик, и ты переходишь на второй канал. Все. Какую ссылку я еще должен оставлять? Не знаю. Ну что же, второй поединок прошел, в принципе, неплохо. Давай сейчас тогда замутим третий, я так понимаю, окончательно, после которого мы получим уже пак вождя. И к тому же мы с тобой выбили вот ареновский, ребят, пак. Обычный, конечно. Ну, а что поделаешь. Лучше, как говорится, хоть какой-нибудь, чем никакого. Так, тихо, бабочка. Кстати, а нам надо было ее начать бомбить. Она, ребята, синюха. Синюха. Ну, ты понял, да? Я имею в виду, что она шустрая. А мы, хитрецы, против шустрых как раз очень даже неплохо бомбим. Ну что, добивка? Давай-ка мочканем сюда, наверное. Упс. Не надо. Я только потом увидел, ребят, что там энергия у него полностью. Ай-яй-яй, сейчас добьет Барсика, да? Слушай, не добила. До свидания тогда. Эти спят, он же сейчас... Зашиби, он сейчас делает опять усыплялку, ребят. Прикинь! И похоже, что все. Финита ля комедия. Ну, даже если я на него повешу, ребят, слепоту, это не спасет. Короче, тут будет ничья. Это максимум, что я могу сделать. Да. Или он все-таки меня ушатает. Тут одно из двух. Нет, этим ударом он промахивается. Ну? Да. Дело в том, что даже если, ребят, он по мне не попадает, он все равно восстанавливает себе здоровье. Давай, тратим. О, все. Никакой ничьи, потому что он сейчас меня, ребята, уничтожит. И заметьте, у него энергия копилась почему-то быстрее, чем у меня. Вот так вот. Ну что, вот он и пак вождя. Давай заберем. Шторморез, кстати, ребят, тут остается совсем чуть-чуть до 19 уровня. Шепот смерти, кревет, громобой, громыль, алая плеть и кривоклык. 5 карточек получили на него. Слушай, ну неплохо. Я лично доволен, ребят. Так, а у нас сколько царапок? 205, а нужно 750, да, на пак. Ну, наверное, уже не накопим. Наверное. Так, а что вы у меня сидите здесь? Я не могу понять, почему не работает-то, эй. Супостаты аглоеды, быстро работать. Быстро. Рыбацких хижин уже нету.
Опа, 120 лямчиков, нормально так. Да нет, тут даже если, ребят, я все зачищу, ну, не хватит. Единственное, что украшения, может быть, какие-то убрать. Ферма Яков. Вот ферму Яков, например. А куда ты ее уберешь-то? И убрать-то некуда. Нет, фейерверк пускай стоит. Ну вот куда ты его переместишь? Он никуда не поместится абсолютно, ребят. Вот здесь бы, конечно, он встал бы, но... Сокрови... Так, а если мы... Сделаем так... Так, а вот это что такое? Сюда. Камень, 480. Так, подожди. Ага, давай, покупаем. Допустим, и еще возьмем древесины. Так, древесиночки возьмем. Вот. Опа. Вот, ребятушки, и в принципе... Да. Мы уберем этот камень, и у нас появится местечко. Как раз он сюда и встанет. Я надеюсь, это не будет нам мешать. Не знаю, ребят. Ну, по-моему, не будет. И он должен будет туда встать. И это будет круто. Так, заберем древесину. Давай на всякий случай, может быть, вот это еще уберем. Сколько? Два дня. Два дня. Два дня они будут эти завалы разбирать. Ну ладно, потерпим нам. Все равно, ребята, ничего не остается. Ну что, друзья, на этой ноте тогда, пожалуй-ка, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.